Фу, ребята, всем привет. У нас утренняя суета, просто суета. Уже Тёма, видите, уже Саша с Борей в машине. Уже собрались. Сейчас Максимка покушал. Единственный, кто покушал. И мы едем встречать маму, Аню и Пашу в Иркутск на вокзал. Попутно еще целый день, куча много работы. Тренажер сегодня будем забирать. В общем, поехали с нами. Посмотрим, как это будет. Все, разобрались? Ты там не скучай сам сзади. Хорошо? Хорошо. Максимку пристегнули. Тёмка решил со мной ехать спереди. Привилегия тебе есть. Все, поехали, ребята. Опаздываем. Въезжаем мы в Иркутск. Темно. Но мы нормально успели. Сейчас мы час практически ехали. У нас еще полтора часа или час до поезда. Почти полтора часа до прихода поезда. Пока до вокзала доберемся. Но главное, что мы приехали и уже будем на месте. Прибыли мы на ЖД вокзал. Еле-еле я нашел место для парковки. Еле-еле, все забито, все занято. Но у нас еще до поезда 50 минут. Отлично. Вот и поезд. Пришел. Уже съемку продолжим уже в машине. Привет, ребята. Привет, привет. Ага. Долгожданная встреча. Да, мы тут поближе, скажи, сюсюкаемся, укаемся. Я его взяла, а он такой... Раз рукой. Мама, уже живая, да, не на экране? Онлайн, офлайн уже. Да, скажи, он руками трогает. Она не она. Так проверяет, да, сильно? Она? А еще так, знаешь, лицом быстренько, близко прислоняется и нюхает. Так, раз прислонится, поэта раз отходит. Мама! Что? Да, скажи, да, мой зёйка. Да. Мама? Да, мама вернулась. Ой, скажи, надо тебя как-то пристегнуть, а мама отпускать совсем не хочет. Да? Да, надо ехать, я же здесь на аварийке стою. Вообще отпускать, когда тебя не хочет. Дай сюда. Ну что, едем? Едем. Нам анализ сдавать? Нет, тот шейк не успела тогда сдавать. На гормоны. Я не ела, сегодня ничего не пила. Ребята, пристегивайтесь, Паш. Паша, пристегивай его тогда. Ну еще, пойдешь, там себя. Паша с тобой будет, Аня будет с тобой давать. Здесь у меня курточка сломалась, видишь? Что? Курточка сломалась, не могу ее назад, мне жарко. Нужно. Я сейчас к тебе подойду с той стороны и тебе помогу. Кто смотрел предыдущее видео, мы говорили, что в Красноярске нет снега. Так Иркутск от Красноярска не отстает. Это только в Новосибирске сейчас снег, получается, лежит. А здесь тоже все растаяло. Еду и говорю Боре, как приятно передвигаться машиной по городу. Это вообще просто красота. Ушла Танюша сдавать анализ. Ну, а мы здесь, наверное, целый час будем стоять, ждать ее. Потом поедем завтра. Пришли мы в столовку, взяли вот такой вот супчик. Сейчас поедим. И потом, если будет мало, возьмем еще риса с котлетой. Приехали мы на Вазовоз. Это транспортная компания. Забираем наш тренажерчик. Наконец-то он приехал. Он еще приехал полмесяца назад. Ну так, а мы можем только сегодня вот забрать. Приехали мы в Валберис забрать питание Максимки. Вы знаете, ребята, вот специально стал так, чтобы на заднем фоне было видно, в чем люди ходят. Я сейчас в футболке. 2 часа дня. 9 ноября. Я не помню, вот сколько я живу в России уже, чтобы я 9 ноября вот так в футболке стоял и здесь стою, могу стоять спокойно полчаса, 40 минут. Температура на солнышке где-то плюс 15. На улице тепло. Я сегодня утром забирал. 8:30 на ЖД вокзале было минус 1. Минус 1 9 ноября в Иркутске. Такое что-то с климатом делается. Непонятно. Вообще непонятно. На солнце реально жарко. Просто реально. На меня, правда, люди смотрят немного искоса, как бы, что он в футболке ходит. Но я-то в машине тоже жарко. И, как бы,
Вот, вот такая у нас погода. И снега нет. Снег уже весь растаял. Вот тот, что шел в Горохово, в Иркутске здесь был, его практически нету. Трасса сухая. Я сегодня утром ехал, трасса сухая полностью. Ни наледи, ни снега, ничего. Сухая трасса. Таня говорит, Новосибирск по полной зима идет. А у нас вот такая вот весенне-осенняя погода. Просто, просто классно. Ты чего? А ну показывайся. Здорово. Здорово. Ну-ка, Тимофей. У Паши узоры, у Тимофея половинки какие-то. Ну, поздравляю вас с прическами. Мы в столовке покушали. Сейчас ребята занимаются английским. Да занимаются, и поедем закупаться в ленту. Набрали уже целую тележку. У нас есть два извозчика. Вот один из них. Ну, повернись же, повернись сюда. Потому что вот второй наш извозчик. Они... Я еще не сделал позу. Я хотел сделать позу. Скидка? Понятно. Напоследок заехали в цветочный магазин. У меня дочка крестилась. Так что хочу подарить ей красивый букет роз. Приехали мы в другое место. Там такие не очень были цветы. Ищем в другом месте. Идешь поздравлять? Иду. Давай выработаем план. Мы подходим к машине, ты прячешь. Я залажу внутрь, включаю свет, а ты открываешь дверь и даришь. Хорошо. Но ты ждешь, пока включится свет, и только потом заходишь. Хорошо. Мы проголодались, поэтому решили взять самсу с курицей, потом там какие-то сосиску в тесте, только в слоеном тесте, и самсу с чем? С курицей и грибами, да? Да, сейчас будем кушать. А мы как сюда не приезжаем в эту заправку, я в восторге так от этих нерп. Они такие классные. Я говорю, Боря, нам перед отъездом нужно обязательно такую нерпочку купить. Такое пром, я не могу, я в восторге от них. Вот это средняя классная, потому что та большая, а там очень маленькая. Лялечка, да? Скажите, так и хочется ее усыновить. Надо усыновить ее. Им надо сделать такие глаза, как у кота в сапогах. Давай купим. Лялечка такая. Будет у нас это память о Байкале. Просто что это? Я же понимаю, что на заправках они дороже, чем обычно. А где они есть? Вот где они их берут? Не, а. И я не видел. Такие классные. Не надо с ними играться. Солнышко мое. Аня уставшая. Есть такая, говори быстрее. Английская поговорка. Better late than never. Лучше позже, чем никогда. Так вот, лучше позже, чем никогда. Солнышко мое, у тебя был духовный день рождения. Хочу поздравить тебя, потому что меня там не было. А так как сегодняшний день уже практически подошел к концу, мог поздравить с самого начала дня, но было бы немного накладно, а сейчас как раз хорошо. Девочка моя, обниму тебя дома, потому что тут такие ящики большие. Это тебе это. Ты понюхай, как они пахнут. От всего сердца папа выбирал. Бегал, выбирал, который хорошо. Я дарил цветы из магазина на юбилей. Да. Они настоящие. Обожаешь? А тебе такие розы нравятся по цвету? По цвету такие нравятся? Папа, мы угадали. И мне тоже такие нравятся. Но я папе запретила мне купить. Одного поля ягоды. Да, папа, Боря хотел мне и Ане подарить. Говорит, можно я вас встречу с цветами, с поездом? В магазине цветов нету, а если полевые, то ромашки. Да. Спасибо огромное. Ты их храни, потому что они бы здесь, мы думали, может, дома подарить, чтобы тебе было не вот это их сейчас на руках не держать. Но у нас здесь жарко, и они просто погибнут. А так ты аккуратненько их положи, чтобы они, ну, они будут трястись, так нельзя. Их нужно аккуратненько положить, чтобы они, не-не-не, так поломаешь. Чтобы головки на ногах лежали. Да, да, вот так. Или вот сюда положи, чтобы они вот так лежали. Но мы просто не могли их сюда положить, потому что ты бы увидела, понимаешь? Вот так вот сюда положи. Не-не-не, вот так. Вот такие цветы. Вот так, чтобы давай, сели. Тём, не, смотрите, вот так. Ты уже показывал прически детей? Показывал прически детей? Да, немного показывал. Ну, их нужно дома больше показывать. Дома, мы и ваши прически покажем дома. Не, мою давай сейчас показываю, да будем выключаться, потому что дома приедем. Будет. Ну, давай, ты самсу раздавай, я покажу твою прическу. Самса. Ну, вот такая у Тани на голове теперь самса. Мне попалась чудо-мастер, которая смогла с этой стороны, вы помните, она была короткая,
а здесь была длинная. Она умудрилась сделать... С одной стороны обрезала, а на другую доточила. Две одинаковые стороны, понимаете? Это чудо-мастер, потому что мы уже думали, что будем подстригать прям очень коротко. Она говорит, давай я тебе кое-что попробую сделать. Еще оказалось, что это наша подписчица. Представляете? Она сидит, говорит, так и так. Да, говорит, я знаю вас. Я говорю, откуда? А мы же в цирюльнике стриглись на центральном рынке. Да. А я туда хожу частенько. Ну как, если хожу, то туда стричься. А я говорю, я у вас уже была? Она говорит, нет. Я говорю, откуда вы меня знаете? Она говорит, я твоя, ну, ваша подписчица. Я говорю, серьезно? Она, да, говорит, я вас знаю, все. Я говорю, видите, где бы мы с вами встретились? Я прям записала, что за мастер, потому что вот с моей прически сделать вот такую красоту, это, ой, как я тебе говорила, бокс, ой, забыла, как называется это, каре, бокс, каре? Не бокс, ой, а... Ой, как же оно, забыла. Короче, есть вид каре, а она сказала, переходящее каре, или как-то... как забыла, надо будет узнать у нее. Короче, когда сзади стрижется чуть короче, а вот здесь вот так, вот так, вот так уходит сюда. Вот это мне очень идет. И она вот действительно подтвердила. У меня вторая из причесок, которую я хотела попробовать, это здесь еще выше, а здесь чуть-чуть ниже. Она говорит, вот как раз с этой прической отращивай, а потом просто сзади мы скосим, а здесь останется. Ну, короче. Короче, исправила мне, теперь же я же на человека похожа, понимаете? Теперь буду стричься только у нее. Вот, а мальчишек мы экспериментировали, он подстриг не так, как я просила все-таки. Паша сбрил весь верх, хотя я просила ему оставить чуть-чуть и челочку, и вершок, чтобы он был, ну хоть вот так вот. А он ему почти все счесал, а потом говорит, ну, ваш сын сказал, что это... Не надо челку. Не надо челку оставлять. Ну, я же с тобой договаривалась, надо слушать. Он же, Паша, не видит полную картинку. Я же показала фотографию, там чуть-чуть челочка все равно есть. А Тимофею подстригли так, как нужно, но у него вот эти, ну, возможно, Тимофею тебе эта прическа не пойдет, потому что у него вот здесь завихрения поднимают челку. Если он сказал, теперь отрастить нужно вверх, теперь мы Тимофею отращиваем, он ее должен забрасывать, и говорит, со временем, возможно, густота и... Привычка волос будет, что они на эту сторону привыкнут, нет? Подожди, тяжесть волос, она будет завихрения эти, ну, убирать. Короче, да, и вот эти все завихрения пойдут сюда. Короче, нужно смотреть. Если нет, придется ему какую-то другую прическу. Потому что пока что все, что ему зачесали сюда, оно раз, пошло ему сюда, легло. Но, в принципе, это его стиль. Главное ее теперь ему зачесывать. Но это он любитель делать, он найдет, как это делать. Будет постоянно ходить. Знаете, если вы будете видеть Тимофея постоянно вот такого повторяющего движения, знаете, это он... У него не мушки перед глазами. Смотри. Видишь? Вот, вот так она тебе круто смотрится. Вообще, это его стиль. Да, вот так как бы за туда, зачем. А ну повернись, да, бочком. Да. Ай, класс. Вот я же маме говорил, пойдет мне вот эта вот линия. Я хотела... на фотке посмотрела, вообще не хотела, чтобы он ее делал. Я же говорю, вот я прям чувствую под мою кожу, под вот этот вот цвет моих волос, она пойдет. Действительно классно пошла. Как это называется? Переход. Ой, как-то она линия вот эта вырезана, выскубана, короче, линия четкая, которая отделяет как бы эту часть от основного. Короче, поэкспериментировали мы, все, я буду, думаю, на этом видео нужно заканчивать. Нужно, обзор будет дома, обзор того, что купили, обзор... Того, очень много все купили. Обзор тренажера. И мы сегодня закупились с Сашей на день рождения. Мы послезавтра едем праздновать Сашин день рождения. Проснулся. Нужно ехать. Не спал? Да, ты давай, все, дели, короче, и будем ехать. Кто сосиску в тесте? Я. Кто заказывал там? Все, ребята. Вот, видите, какие. На этом будем заканчивать наше видео. Пока-пока. Давайте, кто пока-пока. Просил? До новых видео. Кто просил сосиску в тесте? Я, Саша.